Дорогие чебоксарцы, примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством. Пусть 2015 год принесет вам счастье и радость, наполнит каждый ваш день теплом и уютом. Прошедший год был отмечен целым рядом общегородских достижений. Чебоксары в очередной раз удостоились диплома самого благоустроенного города России. Наш город подтвердил высокие рейтинги своей инвестиционной привлекательности по международной шкале. В течение года открывались новые производства, создавались рабочие места, модернизировались образовательные учреждения. В рамках проектов партии «Единая Россия» и при поддержке главы Чувашской Республики Михаила Васильевича Игнатьева продолжалось возведение спортивных сооружений. Открылись 5 новых детских садов. Удалось увеличить объем отремонтированных и построенных дорог. В 2014 году выполнен рекордный план по вводу жилья, а утвержден в этом году новый генеральный план города открывает более широкие возможности для развития Чебоксар. Вы вместе многое сделали. У нас есть хороший стимул для продолжения уже начатых дел. Ведь город Чебоксары – город наших побед. От всей души желаю вам, уважаемые чебоксарцы, успехов в 2015 году, уверенности в завтрашнем дне, исполнения ваших надежд и планов. Пусть рядом будут дорогие вам люди, а праздничное настроение не покидает вас целый год. С Новым годом! Будьте счастливы!